Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами вредный енот. Енот, обормот. Сижу, записываю, минут 30-40 записывал, бляха. И что ты думаешь? И правильно ты думаешь, запись-то не включена была. Я тут сижу, блин, реально, я вот тут уже с этим тираном повоевал. Короче, загрузил последний сейф. Не то, что последний, а откуда я начал. Придется перепроходить, значит, смотри. Сейчас мы делаем что? Самым охеревшим наглым образом. Во-первых, мы забыли... На комнату записи мы вернемся. Во-первых, мы забыли вот тут вот пошариться. Где-то вот тут вот, вот. Нет. Стой. А где она? А, вот тут вот. В комнате допросов мы забыли пошариться. Поэтому пойдем туда. Но сначала мы давай завалим всех нахер лизунов. Они меня очень сильно палят. Пока тут нету этой скотины, которая зовется тиран. Потому что потом вот эти вот все твари мне очень сильно дико мешали. Не просто дико, а пипец как мне они мешали. Поэтому... Ёптать. Наша святая задача сейчас, обязанность просто. Все это красиво зачистить. Потому что он прибегал на шум, который я издавал. А я его издавать не хотел. Так, отлично, патрон что-то есть. Так, а сюда мы пока не попадем. Что очень-очень зря. Так, так, так. Следующее, что нам нужно? Следующее, нам нужно библиотеку. Нам нужно все подготовить. Тоже там зачистить немножко. Нам нужно завалить лизуна одного. Она будет очень сильно мешать бегать, когда придет эта скотобаза, которая зовется тиран. Так, это открыто, да? А, подожди, мне не сюда. Сейчас на втором этаже. Блин, тут что-то вообще сейчас так кипишевал. Смотрю, думаю, сколько времени прошло. Херак. 00. То есть 0 часов, 0 минут, 0 секунд записи. Думаю, ах ты падла такая. Забыл включить, ты прикинь. Так обидно было. Хороший. Какой пистолет мне нравится этот. Так, значит, смотри, это мы не поднимем. Я вот там бегал. Я вот тут забыл, прикинь, подвинуть на одну штуку. Вот. В итоге он мне очень сильно впорол один раз прям... Прям в почку, прям, блин, от души просто, от всей души. Справа, как дал хук мне. Скотина такая. Так, больше вроде как паники тут особо не было нигде. Опа. А тебя я что-то не помню. Сейчас он это сломает, мы лизуна завалим. А я его не помню, его там не было. Это так, если что. Так, отлично. На лизуна пойдем с этим. В смысле? А где лизун-то? Вот он. Лежать нам. Вот, так-то лучше. Вот, я имел в виду вот это как раз. Значит, смотри, в принципе, мы тут все зачистили. Тут вроде самое основное мы тут замутили и сделали. Давай перепроверим. Так, запомни. А, подожди, точно тут же это всякие ништяки были. Я ж тут этот порох нашел. Не, подожди, не порох. Или... Да, порох. А, не, патроны были, точно, ну. Чё-то я. Так, в этой серии у нас немножко с патронами стало получше. Не супер, но реально получше. Поэтому... Не то, чтобы я прямо их начал сейчас раскидывать налево и направо. Но, как минимум... Чё такое? Кто шипел? Но, как минимум, с этим немножко стало проще. Так, значит, смотри, что мы сейчас делаем. Мне просто интересно, такой один момент там был. Я как раз его задал, только задал и посмотрел на часы. Оказывается, часы-то не идут. Кошмар. А появится ли тиран, если мы не потушим вертолет? Там есть одно местечко такое интересное. Так, домкрат. Да, это я уже знаю, где взять... Комната, ага. Тут все хорошо. Тут все отлично. Да, давай проверим сейчас один такой эксперимент проведем, научный. Давай засеемся и сходим туда. Мне просто реально интересно, там в одном месте... А он проломил стену. Вот появится он тут или нет? Ну-ка. Если я без... так вот это возьмем, да? Это надо сейчас уже брать это... Да хранить это все. Так, так, так. Че, грена нету нигде? Нет, значит, я потом где-то грену дошел. Я там еще с греной бегал, блин. Ну так-то немножко обидно, конечно, ладно. Че, минут 40 побегал. Повторим. Что ж теперь?
Так, нам бы, наверное, поверху, ну ладно. Не, пойдем посюда, там поверху не особо-то бегать удобно. Ой, в смысле, посюда не особо удобно бегать, поверху удобнее, поэтому пойдем. Так. Это хорошо, я засейвился, нет? Я забыл, ты прикинь. Реально забыл, засейвился или нет. Все. Все, енот в панике, он тут уже второй раз этот кошмар переживает. Ладно, запись идет, 5 минут уже идет, нормально. Так. Значит, нам куда нужно? Нам нужно. Вот нам, по идее, нужно вот сюда. Но. Ну да, туда и пойдем. Я к чему? Я поперся на крышу сразу. На крышу нам как бы не сильно-то надо сейчас. Так, пистолет, что у тебя? 4 патрона. Тут 4, там, ага, ну что-то есть. Давай, беги. Сейчас сломает нахер. Так, вот тут, по-моему, патрончики были. Или порох. И... Ай, сука, сломал. Так, знаешь что? Надо его сначала слить. Потом покой не дадут с тираном. Отлично. Это уже точно глушняк. Там нам просто реально потом не дадут покоя с тираном, поэтому... Точно. 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 Он бы тут не проломил в любом случае, пока мы не потушили вертолет. Знаешь почему? Сейчас я объясню почему. Потому что, когда мы спускаемся вниз, мы оттуда уже выбраться не можем. Сейчас увидишь почему. Так, не знаю, что надо. Мне бы надо засейвиться. Как мне туда пройти? Черт. Я тут вечно путаюсь, как пройти туда. Понизу, понизу, понизу. Хер знает. Ладно, пойдем на крышу, разберемся. Вот. Короче, мы сейчас, когда будем спускаться вниз, ты поймешь, в чем херня вся и почему мы не можем вернуться назад. И в любом случае нам придется столкнуться сначала с тираном. Так, тут мы были, мы там все собрали, все. У меня нос чешется, ебану мать, что такое? Непонятно. Так, тут ничего нету, все, вниз полезли. Вот. И вот тут он изящно просто своей толстой задницей ломает все подряд. Поэтому назад мы вернуться не можем. И с тираном нам придется встретиться. Давай, вставай. Ну, сейчас я хотя бы все зачистил, я не пожалел патронов. Дело в том, что я все равно эти патроны потом потерял. Но я это все пришлось мне делать в панике, когда за мной гнался тиран. Поэтому как бы так. Так, отлично. Патрончики. Для кого? Для тебя. И для тебя, и для меня, и для него. Вот такие вот полезные патроны. Так, ну не знаю, я, наверное, пока тратить не буду. Хотя, тут патронов у меня, пистолета очень много уйдет. Все. Смотри, как что собака цепляется за что-то. Вот, так, порох, да? Точно. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы берем, объединяем вот с этим. Получается у нас патроны для дробогана. Это хорошо. Так, дробовичок взяли. Вот он, ключик-то. Вот он. В чем проблема? Так, хорош. Да, точно, тут же сейф же был. Ну, видишь, как вот перезаписываю. Вот 17.45 буквально было. Блин, а сейчас 18.20 вот доходит. Там 18... Ну, ладно. Так, значит, смотри. Я предлагаю вот это вот хранить сюда. Нормально, нормально, нормально. Так, отлично. Пошли, у нас тут эти еще. Сука. Я ее слышал, не должен так близко. Нормально. Так, забрал. Хорош. Так, во-первых, нам нужно включить вот это. Вернее, переключить вот это. Там еще у нас две отхилочки есть. Кстати, да, она была, наверное... Ладно. Взять, потом вернуться. Ну хотя, блин, они так-то места много жрут. Не, давай-ка мы их, короче, объединим сразу. Уберем лишнюю одну. Объединим, все по-нормальному сделаем. И потом будем с тираном разбираться. Потому что там еще и сейф, и туда-сюда все это есть. Поэтому как-то вот я не вижу смысла тут нам сейчас выделываться. Потом будем думать, что же нам выкинуть. А я этого не хочу. Достать и объединить вот с этим. Отлично. Хранить. Вот, смотри, хорошо, замечательно. У меня, блин, полный арсенал оружия, и все они бесполезные. Что-то Леона вообще не придет с патронами. У них все патроны абсолютно все разные. Блин, для каждой пуколки свой патрон. Это кошмар.
Ужас. И вот сидим, в итоге выделываемся. Так, давай-ка на пистолет. Врубаем водокачку. Смотрим на тирана. Так, водокачка пошла. Пойдем, смотрим на тирана. В моем случае... Он сюда даже не пошел. Я план такой гениальный разработал. Я встал вот сюда, думал, он сейчас пойдет, а я побегу. Он ко мне, я от него. Вот, но он в моем случае туда не пошел, сюда вернее. Сейчас посмотрим, как он себя поведет, собака. А он пришел в этот раз. То есть мой гениальный план будем осуществлять, видимо. Хотя можно было, мне кажется, приспокойнейше спрятаться вниз. И все. Все, побежали. Радует, что мы чуть-чуть быстрее него бегаем, да, Леон? Совсем чуточку быстрее него бегаем. Хренов, да хорека. Так, отсюда мы уходим. Мы идем сначала... Сначала мы идем нахер, да? Ну, почти. Сначала мы идем на первый этаж. Опа, смотри, конопля была. А что, я не заметил? Да и ладно. Так, подожди. Мы сначала идем сюда. Мне нужно, знаешь, куда? Мне нужно вот сюда в комнату наблюдения. Это... Я, блин, опять запутался. А, надо было туда. Почти угадал. Вот сюда надо было нам. Вот, спускаемся вниз. Открываем ключиком дверку. Там много чего интересного будет. В том числе там будет кнопочка от арсенала. Сейф, вернее. Соответственно, с этим сейвом мы разбираемся. Так, это нам больше не помешает. Да вот до сейва я не дошел. Сейфа. Короче, я тут и сейф нашел. Я тут все нашел. Только я не записал. Поэтому я так хорошо сейчас ориентируюсь, все хорошо знаю. Так, вот, смотри. Порох. Порох. Так, вот он. 6211, это сейф нам понадобится. Так, тут давай открываем сразу. Изучить. Что-то я не понял, вот она. Ой, какая там была вот эта. Ладно, сойдет это. Да в смысле? Да в смысле? Что-то я тупить начинаю. Тут дот вот так вообще хорошо. Ты прикинь, да? Ты прикинь, тупники какие? Так, это какая? Это вот это. Это не это. Вообще тупники начались у меня. Я до этого там буквально за 3 секунды взял, разгадал. То есть я вот разик по всем прошелся и все. А сейчас я даже забыть не могу. У меня это немножко игра перепаниковала. Сука, где же она? Блядь. Сука, записать некуда. О, подожди, что ты это? Сейчас я беру. Соберу сейчас. Так. Не так. А вот это-то где? А, вот она. Ага, все понял. Так. Дальше не помню ни хера. Так. Какая это или это? Отлично угадал. Блин, ты прикинь, все, у меня тупники начались. Я уже один раз разгадал, все, лимит превышен на сегодня. Разгадывание сложных загадочек, блин. Так, секунду, тут что-то вроде было. Тут было вот это. Патрончики, отлично. Для какой? Для этого. Так. Перезаряди. Место освободим. Так, тут собрали все. Место немножко освободили. Все. Вот смотри, сейчас сюрприз будет, мазафака. А в смысле, подожди. А у меня там стену проломил так-то. Я за такой подачей вообще немножко охерел. Мягко говоря, грубо выражаясь. Так, ну ладно. Нашим проще. Значит, смотри, у нас есть кнопочка. Значит, у нас есть еще... вот сюда нужно зал ожидания в любом случае.
Я говорю, у меня там что-то так кипишнул, что я вот до сих пор отойти. Я до сих пор не мог вот сейф сломать, сколько времени этот мини-сейф. Это вот как раз после того случая. Так, секунду. Подожди. А сколько там было? Вот тут и, да? 6 влево, 2 вправо, 11 влево. Так, все, давай. 6 влево. 2 вправо. Ай, бля, полетел. Что это? Так, 6 влево. 2 вправо, 11 влево. Вот. Нормально. Сработало. А это что? Матильда, дульный тормоз. И что он делает? Отдачу вот стала. Ну давай, объедини. Так, а хрень какая-то. Так, значит, смотри, нам нужно сейчас что делать? Нам нужно прорваться на первый этаж комнату хранения. А, там, если не ошибаюсь, еще один лизун был. Поэтому аккуратненько надо это сделать. Потом библиотеку. Больше нам тут делать нечего. Так, западная вот тут вот мы взяли все, если что. Она красная, потому что там доски были. Патронов нет, ни черта нет. А мы на каком этаже сейчас будем? На втором. Просто где-то внизу шарится. Все, пойдем не спеша. Короче, я тут ходил, в принципе, не шумел. Он мне никакого геморроя не доставлял, пока я не начал стреляться с этими зомбиками. А их тут, блин, на каждом шагу оказалось. Поэтому немножко вот с этим я вот повыделывался. Так, в принципе, можно сразу пойти в библиотеке все сделать, раз уж мы тут оказались. Потом через нее взять и уже уйти туда в комнату хранения аккуратно. Там главное на лизуна не нарваться. Поэтому мы, наверное, пойдем обратным путем через офис. Оно, мне кажется, так будет безопаснее. Пойдем, сделаем. А, не, мы сейчас в библиотеке-то ничего не сделаем. Подожди-ка, секунду. Да, нам в любом случае нужно будет через приемную пилить в комнату записи, да? Он ходит. Он меня увидел, нет? Да ты, блядь, серьезно? Прикинь, он меня увидел. А как он меня увидел-то? Вот, Леон, нахрена ты блондином родился? Я не знаю, родился бы темненьким. Так, прачечная, старая, оружейная, душевая, все, через не все, погнали. Родился бы темненьким, слился бы сейчас фоном. А так, правильно, темный фон, а ну такая шевелюра, блин, блондинистая. Солнышко, блин, светит ясное. И тут прятаться надо. Ладно, пойдем. Леон, Леон, блин, ну ты че, а? Ты че, не в курсе, что полиция и в засаде бывает сидит, ждет. Блин, знаешь, что самое поганое? Если мы сейчас спустимся, то тут лизун был. Вопрос, где он? Поэтому давай мы еще шуметь не будем, сейчас засеемся. Так. А чего там возьмем, сейчас соображаю, просто по месту у меня хватит, не хватит места. Там мы возьмем рукоятку. И потратим вот эту. Все нормально. И вроде как выкинем ключ даже. На всякий случай вот так. Вон, видишь, слышишь, шумит. Я не знаю, где он. Но главное, что не здесь. Отлично. Так, использовать. Так, значит, смотрим. Да, подтверждаем. Нам нужно что? Нам нужно 103 и 200 сколько-то? И 203. 103 и 203. А, да, мы еще под сумок сейчас возьмем. Так, давай. 103. Ага, отлично. И 203. Отлично. Сначала подсумок, потом все остальное. Там, по-моему, нож или что там, я уж не помню. Давай, хватай. Отлично, подсумок еще один есть. Вот, это хорошо. Все, с этим хотя бы проблем больше нету. Теперь нам нужно будет это все очень красиво, аккуратно сейчас выйти. Ну, возьми нож, в принципе, с ножами тут что-то у нас не очень. Он сейчас зайдет. Нам, смотри, нам надо вот сюда. Потом вот так. Хотя, подожди, можно, в принципе, и вот посюда пройти. Дело в том, что лизун где-то вот тут. А вот, кстати, комната записи, возможно, мы даже тут сможем открыть, я думаю.
Не уверен, но возможно. Ну да. Короче, нам в любом случае направо через командный пункт будет проще. А, он тут до сих пор. А где он? Собака такая. Слышь, ты где? Вон он ходит. Так, пошел обратно. По-моему, на лестницу пошел. Раз он пошел на лестницу, мы пошли отсюда нафиг. Ушли. Все. А, да, мы тут отсюда не зайдем. Нам нужно с той стороны заходить. Так, он чисто над нами. Так, если что. Так, выходим, идем туда. Блять, вот это не надо было сейчас. Я к тому, что шуметь-то не надо. Так, стоп, Леон, используй. Я шуметь стараюсь сейчас вообще никак, нигде никак, даже намек, чтобы не было на шум. Собаки что делают? Все портит мне. Держи. Сейчас прибежит. Ох ты, лизун. Нихера себе. А его тут не было. Давай зайдем. Леон, я тебя прошу. Зашли. Так, хватаем. Вот она, рукоять эта. Так, отлично, взял. А лизуна-то тут не было. О, грена. Так, грена, это хорошо. Порох надо, срочно порох хватать. Сейчас сюда придет, нам нужно его обдурить же еще. Так, порох нормально. Пока не тратим. Ага, вот он. Он пришел вот сюда, вот справа. В принципе, если он только сейчас справа пришел, у нас есть все шансы просто отсюда щемануть. Да иди ты нахер, а! Я вас перебил же, вы заебали. Откуда взялись-то гондоны? Да вот реально, всех же перебил. Я специально ходил, всех перебивал. Черти, блин. Откуда взялись, совершенно непонятно. Ладно, давай, короче, знаешь что? Сначала сюда, в сейф-зону. Засейвимся. Нормально прошлись, но вот эти вот черти, конечно, тут доставили мне сейчас. Не знаю, откуда они тут сейчас взялись. Ну, реально, я их перебивал. Ты помнишь. Так, хорошо. По пороху. Не хранить. Так. Я, наверное, объединю. Потому что, как бы, дробовик это хорошо, но, как бы, нет прям такой нужды острой в нем. Вот это не гранатомет тот. Поэтому, ну, я не знаю, я просто не вижу, как бы, нужды дробовики сильной. Он нужен, но не критичен. Вот так. Подожди-ка, дай-ка я отхилочку возьму-то. Чё-то я такой дерзкий побежал. Давай, вот это сколько? Умеренный. Вот как раз мне умеренный-то и надо восстановить. Так, использовать. Так, и достать. Все, пойдем. Сейчас нам нужно библиотеку. Ты что бежишь-то, слышь? Ты что бежишь, спрашиваю? Тебя не shift, не жму, бежит, прикинь. А, он, короче, не знаю, мне кажется, они... Тираном заодно, музыка пошла. Ты что, мне сейчас будешь мозг компостировать, да, с библиотекой? Давай не надо. Да. Он мне его будет компостировать. По полной. Короче, вот с библиотекой тут самый вообще напряг произошел. На самом деле. Вот так. Ага. Собака. Да ты иди-ка нахер, а! Вы чё, блядь, такие твари-то, а, сегодня? Они ведь что-то вообще сегодня западлят, смотри. Ладно, насрать. Чё-то сегодня как-то, ага, меня кошмарит. Вот, чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть осталось. Нам нужно на третий этаж, в часовню. Я там, ой, часовню-то, часовую. Я там уже все сделал, на самом-то деле, если чё. Той серии. Не то, что все сделал, я туда дошел, имеется в виду это. Ой, не сюда. И вот такая подлена. Вот такая вообще засада. Так.
А, зона отдыха. Нормально, посюда пройдем. Ну, в принципе, тут их перебил. Я надеюсь, он тут не будет прыгать. Тут это, никто вставать не будет. Тут, короче, он десантуру такую устроил. Вообще маленькая охерел так с такой подачи. Стою, блин, тут свои дела делаю. Думаю, сейчас там либо спустится не спеша, либо, бляха-муха, обойдет. Он как десантировался чуть ли не на меня. Я тут сижу, думаю, ёб твою за ногу. Чуть было не приплыли. Так. Давай, давай. Ну давай! Ты чё, блин? Он, короче, у меня второй раз вот эту вторую тележку не хочет таскать. Ага. В этот раз не десантируется, смотри-ка. Отлично. Он потерял. Вроде бы как, да? Потерял, потерял. Уходим. Так, значит, смотри. Так, восточная кладовая. В принципе, можно было туда и туда-сюда ходить. Смысла пока не вижу. Нам нужно в часовую. У меня возникла проблема в том, то, что я ни хренашеньки с собой тогда не взял шестеренку. И пришлось бегать. И вот тогда-то я и заметил, что я в том месте не бывал. Тихо, не ори. Давай, давай, не фризься. Ушел. Нормально. Так. Отлично. План ремонта. Ну, это мы помним, мы это читали. По-моему, надо было сюда встать, да? Точно. Так, заработала лесенка. Вот, а сейчас будем смотреть. Я подзабыл немножко, подзабыл, как тут что делать. Ну, помню, что там что-то не сильно геморройное было, на самом деле. Самый геморрой был в том, что мы не могли вторую шестеренку найти. Тут-то вроде как проблем не было. Вот, она вроде как раз наверху была. Или первую. Короче, мы там что-то не могли найти. Я понял, что шестеренка, пришлось бегать далековато, чтобы ее забрать. Так, вот тут шестерня была, да? Вот она, да. Отлично. Вот и все. В принципе, тут сделали все. Так, значит, соответственно, мы это делаем. Мы получаем прибор. И поверху, наверное, я думаю, уходим. Мимо этих зомбиков. Да, наверное, самое оптимальное будет. Так, я уже забыл, для чего нам прибор. А, нам нужно вниз будет спуститься, да. Реально уже забыл. Так, ну да, это снимаем точно. Точно, я помню, не все так просто было. Хе-хе, теперь надо штуку наверх. Я вспомнил, вспомнил. Вроде бы как. Опа. А это чего? А я тут что? А давай посмотрим. Тут я не думаю, что зомбики будут. Тут какой-нибудь ништяк будет по-любому. О, порох. Большая баночка, да? Порох много, отлично, хорошо. Так, вот, я же говорю, тут ништяк какой-то будет. Ага. Тут просто она такая неприметная, вот эта вот комнатка, как бы. Поэтому как-то так. Так, это мы сделали. Теперь надо большую вроде как туда встоять. Забыл. Да и хрен с ним, что-то разберемся. А, в принципе, логично то, что я забыл. Вот. Сейчас оставляем сюда, по-моему, куда-то. Большую на этот раз. Так, я же прав. Ну да, вот, все. Заработало. Вот и все, двумя шестеренками можно починить любой механизм. Сюда есть маленькая и большая. Блин, вот такой кадр классный, а. Хоть бы на приюху бери. А нельзя, уже брал. Вот так вот. Вот так и живем. Нормально. Так, беспалево, тихонечко, тихонечко все нахрен разломали. Нормально, хорошо. Если не придется писать об этом рапорт? Нет, не придется. Я в этом более чем уверен. Наконец скажешь, что я тут не было. Оно само тут ходил, тут дебил, стены ломал. Так, значит, смотри, это мы взяли. Так. Давай, изучить. Где тут? Пробел. Пробел, говорю. Так, достали. Отлично. Так, хорош. Значит, смотри, что мы теперь делаем. Сюда возвращаться не вижу смысла никакого. Мы идем сюда. Сюда и спускаемся. Спускаемся. На какой этаж спускаемся? Мы, наверное, спускаемся. Слушай, я не помню, откуда мы пришли.
Нет, подожди, помню. Вот отсюда мы пришли. Точно. Вот отсюда. То есть это нам нужно через комнату видеонаблюдения. Ага, через второй этаж идти надо будет. Ну, думаю, в любом случае безопаснее будет посюда. А еще безопаснее будет, если мы успеем пробежать. Это мы сделали. А чтобы не шуметь, я хочу шуметь. Мы пошумим, эта скотина прискачет. Зачем оно нам нужно? Совершенно не нужно. Так, открываем, выходим. Сейчас вспомним бы просто, куда. Точно, я вспомнил про вас. Я же тогда тоже открыл, а эти твари тут были. Да ты твою мать. Наконец-то. Так, хорош. Все, отсюда ушли. Идем вот сюда. Дальше, 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 дальше надо сообразить. Так, тут мы открыли как раз. 7 патронов. Так. Дальше, бляха-муха, куда же дальше-то? А, не, подожди, посюда и надо было спускаться. Чё ты? Надо просто вниз уйти. Ну, блин, ну забыл. Да подожди, ты что-то ругаешься-то сразу. Тут, блин, лабиринты такие, ты попробуй сам побегай. Я вот с этими лестницами вот эти вообще замучился. А за Клэр как-то оно более понятнее было. Так, вот сюда. А как сюда-то? Ни сюда, ни хера же. Ну, вот сюда надо. Что-то я вообще запутался. Так. А, вот самый... Да, вот он дырку мне тут пробил, я понял, что за херня была. Короче. Мне через опасный выход, походу, надо будет идти. Хер узнает. Чё-то я потерялся, подожди. Я в этом лабиринте заблудился. Я тут, честно говоря, вот с этими лестницами всегда путался. А именно вот за Леона почему-то. Ну смотри, вот мы пришли сюда. Да что такое, слушай? Ты прикинь? Что-то с ума прям сходит. Телефон разрывается просто, телефон. Лесом все пошли, я записываю. Так, капец, блин, там. Это знаешь, это вот... Это есть такая категория людей, бляха-муха. Она не может одним сообщением взять и написать все предложение. Она, сука, такая категория людей по одному, по одной буковке пишет. Я не понимаю, нахера? Так, ну да. Только нам теперь... А, кстати, да, возьми. Так, объединить, да. Нам нужно вниз. Через запасный выход, насколько я помню. Вот, а вот это я терпеть не могу таких людей. Ну ты, у тебя есть сообщение. Ну ты возьми туда, напиши ты, блин, бляха-муха. Одним предложением. Одним предложением. Предложение для того и созданы, блин. Для того и кнопочка у тебя Enter создана, чтобы ты мог писать, а потом отправить одним. Да, блять. Чтобы ты мог взять и отправить все это дело, когда будет готово. А не так, что ты начал писать, а оно автоматом у тебя... Все посылается. Так, возьми, там кто-то сзади верещит. А вот не надо. Давай, ага, конечно, сюда. По патронам сколько? Нормально, жить можно. Вот, там сюда надо. Но прежде чем сюда, давай застремимся. По-моему, тут, да? Точно. Во, нормально. Давай, сейф. А, вот так вот, да? На который круг уже пошло. Вот, и вот они стоят. Вот ты сидишь там, что-нибудь... Или, прикинь, а прикинь, спишь. Вот ты спишь, спишь, никого не трогаешь. Он, блин, тебе, блин... Я не знаю, спамит и спамит такой человек. Ну, спамит и спамит. А, достать. Так, это взял, взял. Грена есть, порох пока хранить. Нож один есть. А что, это уже второй нож? Так, ну вроде все. Отхилочка. У меня здоровье не очень, поэтому я с собой возьму ее, пожалуй. Да. Возьму-ка я с собой отхилочку. Две. Одну на всякий случай, вторая все равно есть, чтобы если я вдруг первую придется использовать.
Все, лезем отсюда. Идем, получается, к тому тюремщику. Ну как, бывшему тюремщику. Потом придет туда, скорее всего, тиран, как было с Клэр. И мы будем, как дураки, бегать. Я не удивлюсь, что сейчас тут собаки заспавнились. Хотя... Да не. Ха! Нихуя вас! Охереть! Зашибись, блин. А чего вас так много-то? Так, подожди, давай сначала тогда вниз засейвимся, потому что тут слишком что-то много паникушек идет, каких-то непонятных. Мне кажется, реально, вторая кампания, когда ты проходишь, вроде тоже уровень сложности, все, мне кажется, она сложнее идет. Может, расчет на то, что ты типа тут дохрена уже умный, дохрена все знаешь, и на вот тебе вот как бы чуть-чуть посложнее. Она не скажет, что прям совсем так, но вот, например, тут проблема с патронами. Возможно, за Леона такая ерунда, только не знаю. Хотя с Клэр я не помню, что были проблемы с патронами хоть какие-то. Это, мне кажется, более такой чуткий у нас, скажи мне, как он, тиран. Так, а эти, наверное, тоже зареспавнились, да, в изоляторе где-нибудь? Я так понимаю, мне, наверное, даже и не светит тут все обшарить, если они сейчас зареспавнились. Да нет, лежат. Да они встанут. Ну давай вот потенциально посчитаем, сколько их. Два, три, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 8-9. И тут, наверное, толпа. 10, конечно. Ну и этот, само собой, не станет уже. А у него мозга, в принципе, нету. Так, ладно. Итого 10 хренопотений. Подожди, где панель? Вот на панель. Так, использовать. Использовать. А, ну да, конечно. Тут, помнится, да, не все так просто было. Так, 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 подожди. Вот так. Вот так. А, подожди. Ну да. В смысле? Так. Подожди. Что-то я не понял. А как? Как правильно сделать-то? Ну да, это в любом случае идет сюда. А вот это, значит, должна быть... Проходной по-любому, то есть отсюда. Это должна вот так пойти. Чушка это. Полная чушь. Так, а сюда как вывести мне? Ну это без разницы. Хоть так, хоть так. А в смысле это как мне выводить? А что так не идет. А, ну если вот так, ну а эту тогда никуда она не выходит. Ты прикинь, откуда кидалова? Так. Вот так это должно идти. Это должно идти так. Это должно так. А как мне вот эту развернуть? Во. Мозг. Нифига не замудрили-то, а? Секунду, что это? Опа, это что? О, это хорошо, это отхилочка. Это что? Записка Бена. Участок кишат чудовищами. Даже сюда наносятся их вопли. Но пугает меня и зомби. Проект под кодовым названием «Тиран». Совершенно биологическое оружие, которое эти ублюдки создали в строжайшей секретности. Как представлю себе, что та тварь бродит где-то здесь. Не удивлюсь, что они приказали своему творению избавиться от свидетелей. Да, как мы, по-моему, читали такое. Нет? Про тирана что-то было такое, что как раз про свидетелей. Или что-то пропарился? За Клэр-то было, но... Но это не объясняет слухи о приюте. Консультирует Амбрелла. Какое интересное совпадение. Ты сказал, что это интервью о новом гранте Амбрелла? Брось он. Всем на него плевать. Им нужна информация о Г-вирусе и...
Откуда ты ее не узнаешь? Странной гребаной яме под улицами города. Кстати, по слухам, она связана с вашей подземной лабораторией. Лабораторией? Интервью окончено. Короче, там журналюга какой-то. Вот, видимо, вот это и есть. Ладно, магнитную карточку взяли, хорошо. Что, не знаю, но... Отвратительно. А хули вы повставали-то? А, стоп. Нормально. Держите, пацаны. Все легли? Не все. А почему? Нихера, у него патронов задумать, не хватит что ли на вас? А они, кстати, знают, что у меня не хватит на них патронов. Хотя... Опа. Последний. Реально последний. Да, конечно, слушай, иди ты нахер, а. Вот это хорошо впорол. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп. Пока он до себя пятки в грудь бьет, мы побежали. Давай, давай, давай. Щимим, щимим, щимим. Куда щимить-то? Вот сюда щимим. Херась. Да выйди ты, блин. Охереть. О, вот так же примерно он проломил. Только без кат-сцены. О, давай. Слушай, это, как его? Ада. Ада, давай, Ада. А у него дырка, смотри, в голове. Или что там у него? Хренька это. Нормально. У меня патронов... У меня теперь вообще патронов нет. И просто нету. Абсолютно полностью бесповоротно их нету. А, забеги, все позабирали, сволочи. Ты где была, скотина? Ада. Мне надоело надоедать. Второй раз подряд спасай эту задницу. А ты что считаешь? Слушай, это не игра. Да ты что? Здесь под землей ничего не умирает навсегда. А я так понимаю, это его нифига не убило. Есть у меня такие ники, подозрения. Я так понимаю, у тебя есть ключ? А? И вот. Я надеялся, что ты сможешь объяснить, что, о чем здесь говорится. Возможно. Мне нужно ее прослушать. Логично, ты смотри-ка. Давай выбираться отсюда. Давай, давай, давай. Смотри, сама логика, блин. А, с другой стороны, подожди, то есть... Ноль обоим, куй патронов. Это должно прозвучать было так. Я не знаю сейчас, как проходить дальше. Патронов реально нету. Задачки тоже ничего нету. Порох есть у меня? Пороха тоже нет. Вообще ничего нету. Давай вот только он сейчас не будет вставать. Я спокойно дойду и все. Поговорите с Адой. Ада, у тебя пушка есть ли что, я надеюсь. Блин. Слушай, я реально вот... Скажи мне, как ее зовут. С Эклерой? С Эклером. Мы в такую задницу не попадали, реально говорю. Я с другой стороны, смотри, тут без кипиша пока. Эту информацию что-то искала? То, что кто-то искал? К сожалению, нет. Бен меня подвел. Тогда что конкретно тебе нужно? Больше сведений о тех, кто заварил эту кашу. Ганшоп, не туда надо. А что насчет тебя? Хочешь спасти мир? Ну, кто же должен уведомить властей? А то они не в курсе, дебил. Без открепления город не спасти. Что я туда хочу? А по-любому патрон должен быть. У меня реально все пусто, ага. Давай, говори. Слышь? Слышь? Тупик. Похоже, нам придется пройти через эту магазин. Молодец, Ада! Давай, только скажи, что там патроны есть. Ломай. Они мне сейчас вообще нужны, как никогда просто. У меня такой, реально, такой жопы с патронами не было еще ни разу. За все прохождение резидента. Взял лучше за Эклер. Ну и бардак. Ай, я знал, что что-то есть. Светится. Что это? Длинный ствол. А что мне ствол дают?
Отлично, что-то еще есть. Детали для V870 увеличит емкость магазина до 8 патронов и начальную скорость снаряда. А, это хорошо, это надо, это давай, не знаю. Это хорошо. Так. Так. У него тут такой, блин, арсенал. И он такой бесполезный, на самом деле, а. У него куча оружия. И ни хрена, блин, полезного нету из него. То есть оно такое все слабое, такое бестолковое. Так, отлично. На какой этот? Вот на этот. Есть. И все, что ли? Три гребаных патрона. Разрабы, вы что творите-то? Что там нашла? Что-то нашла. Слышь, ты идешь, нет? Пойдем! Стоять! Я ни при чем. А ну стоять! Я просто проходил мимо, пожалуйста, опустите оружие. Не дождешься. Сейчас ты развернешься и идешь отсюда. Откуда явился? Заражен? Думаю, вашей дочери нужна помощь, сэр. Не указывай мне, как обращаться с дочерью. Бросай. Нет, стой. Отойди. Надо прикончить ее, пока не стала монстром. Прикончить? Черт, это же моя дочь. Да она уже стала. Ада, оставь их. Эмма, дорогая, я же просил ждать там. Давай ты его съешь, а я оружие заберу у него. И ты там сама помрешь. Папа? Да, Эми, папа с тобой, я здесь, слышишь? Эти чертовы твари снаружи, смотри, что они сделали с нами. Так он, по-моему, сам заражен, смотри на руку у него, на правую. Ты коп, ты должен что-то знать. Почему это случилось, а? Она была нашим ангелочком. Мама. Мама спит, милая, слышишь? И тебе тоже пора в кроватку. Эмма. Не, святой Йовина. Уйдите, просто оставьте нас одних. Так, она тебя загрызет же, блин, ты дебил. Да хоть патронов, что ли, все равно не пригодятся. Ни себе, ни людям. Ладно, одно дело скрывать правду от меня. Но от него-то зачем? По-моему, он застрелился. Или ее. Я хочу понять, что тут творится. И остановить того, кто за этим стоит. Помогать людям вроде него. Для этого я пошел в полицию. Моя задача — сорвать все планы Umbrella. Мы можем погибнуть. Если это нужно для спасения города, я с тобой. Так, ладно, допустим. Что мне делать с этой херней всей? Так, нам туда или сюда? Так, там закрыто, да? Я думал, может, мало ли он там убился, чуть-чуть. Давай! Слышал об Umbrella Corporation? Это фармацевтическая компания, которая тайно занимается разработкой биооружия. У них есть вирус, он обращает людей в неуязвимых чудовищ. Теперь понятно, что это были за существа. Дамочка, давай как-то каблуками поактивнее шевели. Было дело тут, блин, батальон желтой колготки. Поэтому я ищу Аннет. Это она выпустила вирус Umbrella на свободу. Я должна ликвидировать ее. А, это ж этот... доктор Аннет, женщина-врач. Как там сериал-то назывался, что-то такое тоже было.
Хера, каблучком ты не застряла в досках? Шпильками своими, капец. Это наш путь, Каннет. Канализация хорошо вписывается во все, что ты мне рассказала. Хорошо сказано. Пусть тебя. Ну, спасибо. Так, ладно, допустим. Опять канализация, да? То есть я, в принципе, правильно понимаю то, что мы сейчас опять будем то же самое по канализации делать, что и за... Так, есть что-нибудь? Ничего. Что и за Эклер? Как им удалось построить комплекс без ведомства властей? Добро пожаловать в корпорацию Америка. Амбрелла многие годы контролирует Ракун Сити. Ладно, не пропустить ничего, тут что-то где-то есть. Сейчас просто очень в тему были бы патронов. Штук. Плюс 100, 500, блин. Так, ладно. Блин, я не хочу канализацию-то. Да опять эти лабиринты. И тогда не скажешь, что там что-то там навыделывался, но... Боже, это землетрясение? Да как тебе? Очень надеюсь, что да. А да! У меня... А, у меня патроны взялись откуда-то. Ладно. А, да, у меня одна граната, которая не летает. И 7 патронов. Так что, если что, будешь спасать меня ты. Хотя, знаете, хер ты меня спасешь в третий раз. А, подожди, а в смысле я их не заметил? Где они? А, вон они. Фига себе. Так, ладно. Давай, заряжай. Ладно, немножко поживились. Патронами уже неплохо. Худо-бедно что-то есть. Так. Ебать, копать, черепашка-ниндзя вымахала. Крокодил же какой-то. Хераси. Ой, хорошо, так. Так, у меня был, по-моему, подожди, знаешь что? Вот он. А, подожди, это много пороха, это и было. Блин, я думал, у меня еще один порох есть. Нет, нету. Печалька. Ладно, давай мы с тобой на этом закончим. Все ссылки будут в описании под видео. Серия понравилась, большой палец вверх. Оставляем комментарий и подписываемся на канал, если еще не подписаны. Всем удачи, всем пока. А, ты ко мне с какими целями прижимаешься, дамочка? Ладно, всем пока.